Маэстро дает последний концерт. Эта новость разлетелась по Таллину без всякой рекламы. Организаторы гастролей могли бы даже сэкономить на афишах. Большая часть билетов была раскуплена почти мгновенно. При том, что концертный зал «Нордея», самый большой в Таллине, вмещает без малого 2000 зрителей. Ну, мне очень нравится музыка Раймонда Паулса. То есть это с детства как-то. Вот поэтому и пришла. Раймонд Паулс, и это по нашим временам без сомнения феномен, человек, который объединяет. Он свой для всех, и для латышей, и для русских, и для эстонцев, для тех, кто стар и млад. Моя мать латышка, и я собираюсь узнать больше о стране предков, своих корнях. Считается, что звездный век артиста короток, а мода скоротечна. Но Паулс – исключение из всех правил. Трудно представить, но маэстро выступает на сцене уже без малого 60 лет. И все эти годы он успешен, популярен и востребован. Мелодичную музыку очень пишет, очень мелодичную. К сожалению, в современной музыке преобладают ритмы там, и практически полное отсутствие, я бы сказал, мелодии. Он написал столько великих вещей, не только для Леонтьева, Вайкулы, Пугачевой, но и музыку к фильмам. «Долгая дорога» — великая песня, но моя любимая — «Старый друг». Я очень надеюсь подойти к нему. Я взял пластинку. Может, получу автограф. Слава маэстро, не все об этом знают, давно уже вышла за границы бывшего СССР. И не потому, что наши разъехались по всему миру, а гораздо раньше. Рядовой японец или кореец, возможно, и не в курсе, кто такой Раймонд Паулс. Но свою любимую песню он узнает с пары нот. Песня была фантастически популярна, то есть это был огромный хит под разными названиями в разных странах. Вот, то есть песня явно такая как бы не провинциального, не местечкового пошиба. Он никогда не был типичным композитором, эстрадным композитором советской школы. То есть он всегда был в большей степени все-таки композитором европейским, западным по стилю, нежели советским. И вроде известный рецепт популярности. Играй старые хиты, они беспроигрышны. Но маэстро свой последний зарубежный концерт посвятил опере. Ну а в качестве прощальной шутки Паулс наиграл парафраз из своего вернисажа и был таков. Больше, по всей видимости, вернисажа не будет. Это моя работа, это где-то моя жизнь, сцена, музыканты, певцы, программы разные. Все вот так и прошла жизнь. Мне каждый день предлагают, и где только нет, Узбекистан, Казахстан, Армения, Грузия. Все время мне предлагают выступать своими авторскими концертами. Но я уже из-за, может быть, своего немножко здоровья, я летать уже вообще не могу. Надо постепенно, как это по-русски говорят, смиться, что ли, тихо уйти. Не делать эти, как моя подруга Пугачева прощается все время. Чтобы люди не сказали, что там ты уже, что ты лезешь там, лучше сиди дома. Он улетел, но обещал вернуться и еще выйти на сцену. Но уже дома, и только дома, в родной Латвии. Рижские сезоны Раймонда Паулса продолжаются. Следите за афишами. Впрочем, можно обойтись и без них.